В нашем городе для учащихся 9 и 11 классов был организован День открытых дверей, который показал возможности и особенности транспортной отрасли. На мероприятии были представлены различные интересные профессии. Сегодня дефицит квалифицированных кадров в транспортной отрасли является актуальной проблемой. Для повышения интереса молодежи к этой специальности выделено около 900 грантов. Для молодежи, выбирающей профессию в сфере транспорта, есть много интересных специальностей и направлений. Это инженерия транспортных систем, логистика и управление цепочками поставок. В целом в стране не хватает около 10 тысяч специалистов в сфере автомобильного, железнодорожного, водного транспорта и авиации. Всего на специальностях строительства автомобильных дорог и аэродромов, строительства мостов и транспортных туннелей, строительства железных дорог обучается 441 студент. А это очень мало, говорят специалисты. Эта отрасль играет ключевую роль в развитии экономики и обеспечении мобильности общества. Инспекция транспортного контроля проводит профориентацию по выбору профессии, в частности, именно в сфере транспорта. На сегодняшний день это очень востребованная профессия. По данным профессиям обучается очень мало людей. Поэтому наша цель осветить эту проблему, так сказать, заинтересовать школьников, потому что, как мне кажется, я в этой сфере работаю уже более 10 лет. Это очень интересная сфера и очень актуальная. Министерством транспорта совместно с Министерством науки и высшего образования ведется постоянная работа по увеличению грантов на указанные специальности. На образовательную программу «Транспортное строительство» на 2024-2027 годы выделено 839 грантов. Также организуются переговоры с международными финансовыми институтами. Эти работы направлены на привлечение иностранных ученых для подготовки студентов в нашей стране. Выделяются гранты на дорожно-транспортный сектор. Этой сфере оказывается большая поддержка. Президент Касым-Жомарт Токаев уделяет большое внимание инженерному, транспортному и дорожному строительству. Согласно анализу Национального центра качества дорожных активов, только 10% работников управления жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог страны имеют специальное отраслевое образование. Поэтому принимаемые меры способствуют подготовке высококвалифицированных специалистов, готовых к работе с современным транспортным сектором. Ботагөз Дандыбаева, Аружан Таубекова, Иртыш Кучерхан, телеканал «Семей».